Всех приветствую. Третья миссия Восточного фронта за немцев. Самая высокая сложность, хардкор, с туманом войны на самом небе. In the summer of 1942, the main German offensive aims to take the oil fields at Maikop, Grozny and Baku. It is quite obvious from the start that any offensive in the general direction of the oil fields requires that the entire region north of the Caucasus mountain range be secured by the Germans. When the offensive arrives at this mountain range, specialist troops are deployed to drive the Soviet forces back as far as possible, thereby establishing the Caucasus as a shield for the south flank of the offensive. It is during this offensive that Mount Elbrus falls into German hands. On the mountain, a hotel called Shelter of the Eleven becomes home to the Gebirgsjäger. On the 28th of September, this place becomes the backdrop for one of the most unusual battles of the war, which takes place at more than 4,000 meters above sea level. The Soviets have formed a special NKVD detachment, 100 strong, to recapture the refuge of the Eleven. They are led by Lieutenant Grigoryants, and armed with machine guns, mortars, and sniper rifles. The battle that follows is a very bloody one. In this mission, you are tasked with the attack on the shelter. You should expect that the Soviet defenders use the natural terrain to their advantage. If you succeed, you will have to prepare your own defenses. You should not expect to have the mountain to yourself. Что ж, эта миссия, слово забыл, неважно, короче, это стелс-миссия очередная, ну не стелс, но она вот такая вот, с очень ограниченным количеством юнитов, и в общем, в ней будет тяжеловато. Я ее прошел, естественно, уже, я решил заранее проходить миссии, чтобы слишком долго не париться. Мы почти дошли. Наша задача — захватить приют 11, желательно не поднимая тревоги. У меня не получилось не поднять тревоги. Мы ждем появления нескольких вражеских патрулей. Они нас не ждут, но на нашей стороне элемент неожиданности. Мы должны уничтожить все вражеские патрули, которые мы встретим. Матель скроет наше передвижение. Не очень он скрывает наше передвижение, к сожалению. Согласен, видимость здесь плохая. Они не разглядят наши следы, и мы сможем подобраться к их патрулям, не привлекая внимания. Не получилось у меня не привлекать внимания, честно говоря. Я пытался кидаться ножичками всякими, потихонечку проходить, аккуратненько. Но все выходило через жопу. Ножи тут кидаются через жопу. А нормального вооружения с глушителями нет ни у кого, да? И поэтому начинается палево. И врагов довольно много здесь ползает, так что... Ну, типа... Тяжело быть незамеченным. Более того, в любом случае, даже если первый этап пройти незамеченным, потом тебе скажут, ну, а теперь убей всех остальных. И, короче... И в любом случае надо показываться. Это печально. Очень много раз я... Нет, тут никого нету. Тихо. Никого нету. Тихо. 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 Вот тут парень нас чуть не заметил. Надо поближе подкрасться и сесть где-нибудь в эти камни. Никого нету. Все, тихо. Хорошо. Чуть-чуть стрелять позволяют. Немножечко, да. То есть можно сделать пару выстрелов и быстро как бы убить. Тогда типа никаких проблем. Однако... вот выстрел... Ё-моё, нет, стоп. Стоп. Нет, тут никого нету. Тихо. 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 Да куда ты ползёшь? Я же сказал остановиться. В чем дело? Что это было? Это было ничего... Понятно. Куда вы, сука, гранат кидаете? У вас... Короче, стелс мы провалили. Дружище, лечись очень быстро.
Они подняли тревогу. Ладно, ничего страшного. Я не собирался здесь ползать полтора часа по стелсу, честно говоря. В любом случае. Я не знаю, если у кого-то получится здесь простелсить, то, скорее всего, это будет не на этой версии игры, а когда ее чуть-чуть доделают, потому что, судя по всему, миссия не... В игре, по-моему, плохо сделаны ножи. Они как будто бы не очень хорошо работают. Я вот не уверен полностью, да, может быть, это я такой криворукий, но мне показалось, что с ножами здесь пока что проблема. Так, дружище, тебе нужна лучше винтовка, пожалуй. Я уважаю винтовки. Возьми ее. Нет, возьми ее. Нет, беги. Не хватало еще медика потерять. Медика теряете, и здесь все, как бы. Особо больше не повыживать. Так. Пистолет нафиг убирай и шапку. Медик пускай ложится. Сейчас что будем делать? Просто я буду лежать в этих камнях и отстреливать подходящих юнитов врага. Вот таким вот образом. Потихонечку, да? Попробую раздобыть пулемет, который вот там вот выпал из него, да? Аккуратненько подползу, возьму пулемет. Не забывайте вот так вот распределять, чтобы чуваки... Понятно. Тихо, тихо. Ложись. В общем, потихонечку будем отстреливаться. Я надеюсь, что никого не убьют мне, ребят. Очень боюсь, что вот тут в открытую сидит мой пулеметчик. Да, и вот его оттуда могут убить. Это очень нежелательно, на самом деле. Давай, пулеметчик чуть-чуть сменит позицию. Ребята тут тоже немножко поменяют позицию. Медик вроде нормально лежит. Вон там вот кто-то есть. Ну я же только что видел тебя. Появись обратно. Понятно, он убегает. Ладно. Я, наверное, промотаю вот этот момент сейчас, да? На... Да, промотаю этот момент потом на этом самом, на монтаже, потому что здесь я какое-то время посижу и очень аккуратненько буду продвигаться вперед. Вот так вот. Так, я совершал довольно большое количество микроменеджмента, украл немножечко аптечек, взял два пулемета дополнительных, и вот обнаружил, что после того, как мы постреляли там немножко, здесь нас все равно еще не слышат, не знают, что мы присутствуем. То есть стелс вроде как провален, но вроде как все еще он присутствует. Я не буду сильно париться, я сейчас просто включу ребятам режим стрельбы, пускай развлекаются. И просто, короче, постоим, постреляем немножечко. Наверняка кто-то придет с разных сторон. Мы пытаемся на разные стороны вот так вот поглядеть, чтобы никого не пропустить случайно. Ну и точно так же потихонечку будем
идти вперед, брать пулеметики, и не будем сильно торопиться, короче, потому что миссия оказалась очень запарная на самом деле, и плюс я очень прям терпеть не могу миссии на стелс и вот такого типа, прям вот ненавижу, но ничего, так проходить можно, просто надо знать, понимать, что здесь происходит. Конечно, с первого захода пройти не получится, как бы ты ни корежился. Ну, вроде враги постепенно кончаются. Я тут подобрал кучу пулеметов. Я очень надеюсь, что на следующий этап пулеметы... Вроде они сохраняются. Вроде, да? Я в первый раз проходил. Я ни хрена подбирать не стал. Как-то очень быстро пробежал. Потом все исчезло. И, в общем, я не запаривался на этот счет. Сейчас я решил сделать поаккуратнее. Я вот сделал себе раву пулеметчиков. Естественно, это будет намного эффективнее. Продуктивнее, как бы. Сейчас посмотрим, кому можно дать еще... Ё-моё, нет, прямое управление мне нужно. Пулеметная лента, и у кого? Вот этого парня, кажется, есть. Тихо. Хорошо. Конечно, по-хорошему обшмонать их надо еще сильнее и забрать все аптечки из каждого трупа, но мне кажется, это будет прям, ну, вообще офигеть. Ё-моё. Ну уже, стреляй. Угу. О, нет, не успел. Райан под нашим контролем, силы противника уничтожены, что-то там еще. Их может гордиться вами, солдаты. Блестящая работа. Буря утихла. Как же здесь красиво. Ну, враг готовит свой следующий ход. Соберите людей на инструктаж. Господа, слушайте внимательно. Наша разведка обнаружила советские войска в 5 километрах к востоку отсюда. Мы считаем, что они попытаются отбить это место. Мы должны быть готовы ко всему. Заложите взрывчатку по всему участку. В вашем распоряжении солидный запас мин. Заминируйте 4 склона в этом секторе и подготовьте оборону. Займите самые удобные позиции. Мы знаем, что русские могут напасть с любой из 4 сторон. Поставьте пулеметы среди камней и не дайте коммунистам отбить приют. Так. Обычные чувачки тут доходят. Что у нас с оружием? Все улетело в жопу, да? То есть я зря старался, получается, да? Я правильно понимаю? Да, я правильно понял, я зря старался. Ладно, хорошо. Я разочарован, честно говоря. По-моему, это очень неприятно. Ладно, хорошо, пофиг. Здесь нас нигде не торопят сильно. Так что мы можем... заняться своими делами, постепенно перевооружить людей,
тем более вот здесь вот есть всякое снаряжение небольшое, но его довольно мало на самом деле. Так, чувак с винтовкой становится чуваком с пулеметом. Теорию можно поставить эти пулеметы на сошки. Видите, стоят сошки, да? Да ё-моё, почему? Вот так вот. А, нет места. Ладно, вот видите сошки, да? Вот можно на сошки поставить пулеметы и стрелять с них. Но я так не делал, потому что нафиг надо. Это уж, по-моему... Слишком запарно. Нам тут говорят, что нужно... Ну, как слишком запарно? Это невыгодно. Проще дать пулемет человеку, чем запариваться вот с этим. Нам сейчас дают миссию заминировать разные склоны. Но, по сути, нам надо заминировать только несколько склонов. А если точнее, да, только вот этот один. Потому что все остальные склоны... Можно, конечно, заминировать, но что-то враги в таких количествах оттуда ломятся, и непонятно, когда их надо взрывать, что, ну, типа, по-моему, это не имеет никакого смысла. Нет, наверное, даже не этот надо заминировать склон, а другой. Ну, чуть-чуть заминируем и здесь. Поставим. Так вот. Вот так вот. Ну, все, чуть-чуть заминировали, и хорошо. Ладно, хватит. Самый важный склон для меня вот этот. Я заминирую там. Хорошо, что нас нигде не торопят, так что я сейчас просто буду минировать все склоны потихонечку. И ускорю этот момент на монтаже, или вообще его вырежу нафиг. Тут у нас происходит небольшой диалог. Кто-то проходит мимо и приветствует нас. Какие-то вот ребята. К сожалению, они нам не помощники. Они просто идут мимо. Давайте вот я чисто пропустил. Приветствую. Мы движемся к перевалу фото... фото... Ладно, неважно. Я надеюсь, вы успели прочитать. Итак, я заминировал быстренько все склоны. Теперь, благо в миссии нам дают времени достаточно, ну как, у нас вообще нету счетчика времени, так что мы можем не торопиться. Теперь я выкопаю вот здесь вот линию обороны, у нас здесь есть лопаточки, и, собственно, ими я сейчас и буду заниматься. Я просто вот здесь вот выкопаю. Я не знаю, как, типа, вы будете проходить эту миссию на тяжелом уровне сложности. Может быть, как-то по-другому. Может быть, у вас есть мысли, как получше ее пройти, не используя вот такие вот какие-нибудь странные вещи, да, как я. Но, в общем, у меня не получилось по-другому пройти. Делаю, как умею. В общем, копаю. Так, я выкопал всю эту фигню. Этого будет достаточно. Теперь надо вооружить ребят нормальным оружием, а не всякой фигней. И забрать из лафетов патроны для наших пулеметчиков. Это обязательно сделать, потому что патроны кончатся. Так, после того, как вы забрали все патроны, возьмите эту пушку и на всякий случай подтащите ее обязательно. Ну, я ей не пользовался, честно говоря, да, но мне кажется, если на всякий случай она у вас где-нибудь здесь будет, вы с этого ничего не потеряете. Так, бочки вроде все пустые, и подбирать в них особо нечего, к сожалению. Да, все пустые бочки. Жаль, я бы что-нибудь оттуда стыбзил. Кстати, вот лежат всякие мосинки, то, что осталось от прошлой стрельбы, да, то есть оружие не делитнулось, оно осталось болтаться, но, к сожалению, нету патронов к этому вооружению. То есть, да, вот я не подобрал ДП, и сразу же на ум приходит обуз, который можно использовать. То есть вы выкидываете перед концом миссии, выкидываете свои пулеметы
и выкидываете рядом с ними же патроны просто нафиг. Или попробуйте положить их в какую-нибудь из пустых бочек и посмотреть, что из этого выйдет. Да, вот, например, пустой ящичек. Попробуйте вот сюда просто сложить пулеметы и боезапас к ним. Да, он маленький, конечно, но хоть что-то, да, хоть что-то. Возможно, это упростит вам прохождение, да, получите там очки. Так, я на всякий случай, я сохранился, потому что париться и заново все проходить у меня нет никакого желания, да, если что, я просто стартану с этого места, если какой-нибудь получу крит урон от врагов. Ну, постараюсь, конечно, не загружаться, а если загружусь, я вам скажу об этом, либо я не буду вырезать просто этот момент. Вот, распределили солдатиков, вроде все нормально. Они сейчас, правда, в другом месте все равно появятся. Все, завершаем подготовку. А, и обязательно, кстати, запомните, где у вас какой склон, да, потому что располагаются они очень неинтуитивно. Вот это вот, например, северный склон, да, хотя, казалось бы, север должен быть вот здесь где-то. Вот это восточный склон. Вот это вот юго-восточный склон. И самый важный склон, вы потом поймете почему, это вот этот вот. Что это? Северо-восточный склон. Ну ладно, все, поехали. Хорошо, что мы закончили. Этот мороз пробирает до костей. Сколько еще до прибытия русских? Они будут здесь с минуты на минуту. Всем быть наготове. Мы столкнулись с советскими солдатами на восточном склоне. Завязалась перестрелка, но нам пришлось отступить. Их слишком много. Немедленно займите позиции. Ну, пошли немедленно занимать позицию. Так. Занимаем позицию немедленно. Одним солдатиком я советую вам забежать сюда, чтобы скрипт на проигрыш миссии не сработал, потому что когда они занимают тут вот эту вот фигню всю, да, они типа захватили этот приют и вы проиграли, да. Я кладу вот сюда вот одного солдата, и он просто здесь лежит. Его там, ну, очень маловероятно, но могут убить, да. Типа, такое происходило. Так, распределяем наших пулеметчиков. Благо, у нас их три штуки. Конечно, если бы сохранились бы наши ДПшки из прошлого этапа миссии, их было бы еще больше бы. И я думаю, эта миссия бы вообще не была бы такой сложной. Ну, вот. Не получилось пообузить. Ну и ладно, ничего страшного. Так, на всех окопы выкопаны. Распределяем здесь солдат. Вот так вот они будут стоять. Враг замечен на северо-восточном склоне, да? Вы видите северо-восточный склон, и, казалось бы, сразу же хочется взорвать. Но не взрывайте ни в коем случае, это вам еще пригодится. Если вы взорвете, то потом будут сложности. Я вот в первый раз взорвал и еле прошел. Типа, не стоит взрывать просто так. Во всяком случае, вот юго-восток и северо-восток не надо взрывать. Все, теперь орды красных солдат будут на нас набегать, а мы просто будем отстреливаться. И в теории тактика Zerg Rush не должна им прокатить, так что просто обороняемся. Тут особо нечего сказать. Не очень, конечно, интересной саб-миссии, как по мне. Очень уж много тут вражеских солдат, и чтобы как-то обороняться от них. Ну, я не знаю, типа, вот на харде не получается как-то от них обороняться. Я пробовал занимать позицию здесь, у меня ничего не получилось, да, я вот тут вот чуть-чуть распределял солдат, везде ставил там окопы чуть-чуть, лафеты с пулеметами ставил, чтобы они куда-то стреляли со склонов. И все это была полная фигня, короче, пока я не попробовал просто сконцентрировать окопы в одном месте и просто пустить в одном месте. Ну да, оказалось лучшим вариантом. Кстати, сколько у нас в пушке патронов? У нас... и что это за патроны? Нет.
не пишется, к сожалению. Давайте сядем и посмотрим, что это там за патроны есть. КС и осколочно-фугасные. Много осколочно-фугасных, хорошо, значит, можно просто пострелять с них. Пускай один солдат стоит за пушкой, не стреляет. Прикольная пушка, кстати, на лыжах. Очень классно выглядит, как по мне. Очень прикольно перезаряжается, вот, обратите внимание. Ну, то есть, разработчики Gates of Hell очень поработали над такими вещами. Гильза вылетает, вот они сохраняются. Хорошо выглядит, короче. Так, вот этого снайпера, наверное, стоит поставить на фланг справа. А вот этого парника лучше поставить на фланг сюда. Ну все, будем обороняться. Я ускорю этот момент или вообще его вырежу, потому что тут, скорее всего, не будет происходить ничего интересного. Но если будет, я покажу это. Восточный склон. Давайте взорвем здесь немножко мин, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, ничего. Ну вот мы взорвали мины эти, которые у нас были на востоке. Они по очереди так взрываются. Может быть, кого-то убило, конечно. Может быть, нет. Если бы не было тумана войны, мы бы об этом узнали, но с туманом войны непонятно. Уничтожьте минометы противника или нам конец. Минометы противника. Вот они составят огромную проблему на самом деле. Вот здесь и вот здесь вот развернуты минометы. Вот почему я в самом начале заминировал вот эти склоны по максимуму. Ну вот этот склон я не минировал по максимуму, пофиг. Его попроще будет выбить просто солдатами. Но вот этот я постарался максимально заминировать, чтобы выбить минометы. Однако сейчас они нам не сильно угрожают, потому что, ну, если бы вы занимали позиции здесь, то минометы бы вас обстреливали. Но поскольку я вот сюда вот присел, то это не так страшно. Хотя, кажется, они достают вот до этого парня. Но прикол в том, что они не видят его. Так что ничего страшного. Так, давайте вспомним, где у нас... север у нас получается вот там вот где-то, северный склон, да, вот считается. Северо-восточный склон, это вот этот вот. Подождем, когда оттуда пойдут солдаты вражеские, и подорвем их вместе с минометами. Как-то все затихло. Не, вот побежали, все, опять побежали, все ясно. Я уж понадеялся, что типа можно будет сейчас выйти отсюда, да пойти пострелять, вручную убить минометы там. Но похоже нет. Ну да, что-то все притихло. Еще может пройти ивент на подкрепление. Типа вы сможете вызвать подкрепление. Я не знаю, сейчас это такое появится. Если нет, я расскажу так. Командир говорит, типа, надо починить рацию и вызвать подкрепление. Там говорят, что рация сломана, нужен ремонт-комплект. И какой-то из чуваков говорит, что я видел, короче, ремонт-комплект. И... ну, где-то здесь, короче. И вот тут вот валяется ремонт-комплект. Да? Естественно, добраться туда очень тяжело. И чтобы не собираться туда... просто обузите эту замечательную пушку, вытаскивайте из нее ремонт-комплект и несете вот сюда вот трансформаторную. Потом вам приходит отряд пехоты в помощь. Было бы неплохо, если бы сейчас нам его, конечно, дали. Я бы пошел бы зачистил минометы, но, похоже,
нам его не дадут, и поскольку врагов тоже что-то не видать, давайте взорвем вот здесь вот заряды и посмотрим, вынесем ли мы минометы, которые там находятся. Давайте посмотрим. Ну, не уверен, короче, насчет. Северного склона это оттуда, значит, мы возьмем нашего одного солдата и уйдем отсюда нафиг. Попробуем вынести минометы вот отсюда. А, вот юго-восток, кстати. Давайте. Отсюда тоже кто-то идет. Давайте выстрелим, сломаем здесь, короче. Юго-восток. Но здесь минометы, конечно, я, судя по всему, не видел. Северного склона. Давайте северный склон тоже взорвем. Чуть-чуть. С восточного склона. Да сколько можно? Можно немножко приостановиться, пожалуйста? Очень уж у вас много идет. И очень уж вы одновременно решили идти. Ладно, ждем налома. Сейчас со всех сторон прискачут солдаты. Попытаемся от них избавиться. И после чего пойдем зачистим миномет. Каким-нибудь одним солдатом в прямом управлении попытаемся прорваться. Надеюсь, это получится. Ой, ё-моё, это что? Это что? Двух человек мне вынесло только что одним выстрелом. А, это потому что снайпер стреляет. Не знаю, ты убил снайпера, нет? Нет, 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 медика нельзя потерять ни в коем случае. Все, начинается, короче. До свидания, блин. Так вот, хорошо. Давай, медик, постарайся всех вылечить. Да, снайпер это самое ужасное, что с вами может случиться здесь. Пожалуйста, успей этого стрелка яснуть, встань. Черт! Чинитесь, ребята. Так, ну у нас на одного солдата меньше, это очень плохо. Казалось бы, всего один солдат, но учитывая, сколько их всего, да, это типа это жопа. Надо пойти посмотреть, сколько стало с патронов, может быть. Да ё-моё, что, кто опять? Опять снайпер? Опять снайпер? Господи. А мой снайпер типа не видит его и не хочет даже убивать, да? Ну ладно. Ну ладно. Медик, я тебя очень прошу, успей откачать их и не умри сам, потому что потеря медика это все, это до свидания.
Понятно, медик сдох. Это значит, что нам, скорее всего, сейчас кранты. Я побегу, попытаюсь зачистить там миномет в прямом управлении, что-нибудь такое сделать. Снайпер, ты же не выстрелишь в меня на ходу, да? Тихо, ты чё, дурак? Ё-моё. Тихо, лечись. Да, это проблема. Это проблема большая. Да ёб твою мать, что за говна кусок невезения, блин. Ну давайте еще одного чувака, если не получается, то скорее всего это получится. Что я не пройду этот момент. Понятно, сверху еще ломится стадо огромное. Тяжело, тяжело. А, и отсюда еще стадо идет. Ну вот понятно. И без ивента на дополнительное подкрепление тут, конечно, жопа полнейшая. Просто пососи жопу. Тихо, куда ты бежишь, дурак? Кинь в него гранату или что? Почему ты убрал ее? Похоже, это последние солдаты, добейте их. А ну, может быть, да, ё-моё, попробуй только их добить, их там еще миллион человек на самом деле. Давай-ка МГшку. Хватай. А лучше за пушку давай, садись, быстренько. Сейчас постреляем немножко, ребят. Так, хорошо, ладно, за пушкой вроде отрабатываем. Дружище, ты лечись. Лечись. Так, я думал, что это все уже, что это гранты, но... похоже, нормально, кое-как отбились. Не теряйте медика ни в коем случае, следите за снайперами на правом склоне. У меня не было ни разу, чтобы снайперы приходили откуда-нибудь еще, кроме как вот отсюда, с правого склона вот этого. Так, ладно, стреляйте. Ты что, где ты? Вот ты где. Ты никого не видишь, да? Ну да, он никого не видит. Ну, там еще кто-то шел только что. Ну ладно, вроде справились. Изичная миссия, вообще даже не почувствовал. Особенно, когда в первый раз проходил. Само собой, это сарказм, да, окей, это довольно тяжелая миссия оказалась. Я, учитывая, как я сильно не выношу всякие стелс-миссии, и вот с таким вот ограниченным контингентом, сильно ограниченным контингентом войск, когда у тебя есть, мне было еще тяжелее и неприятнее ее проходить. Однако, это еще ничего страшного, потом посмотрите на следующую миссию, я уже на нее чуть-чуть поглядел, и тип миссии следующего типа я, короче, ненавижу еще больше, потому что там миссия на время, ну, условно на время, окей, там нигде нет таймера такого, что типа вы проиграете через столько-то минут, но де-факто он есть, короче, и
В общем, я буду попробую пройти следующую миссию как-нибудь и тоже на харде выложить ее. Но сразу говорю, что если у меня не получится, я снижу уровень сложности, потому что она, короче, имеет сложности свои определенные. Так, снарядов у нас еще вроде достаточно, 20 штук, это значит, что около 20 человек мы можем убить вот так вот, стреляя в них. Пойдем посмотрим на минометчиков. Кто там выжил, интересно. Комиссар. А, комиссар с биноклем. Понятно все. А что у тебя помимо бинокля? Пулемет. Автомат, точнее. Вон еще кто-то. Снайпер, вот понятно, да, все, началось. Сейчас эти гады мне еще и устроят здесь. Знаешь что, беги-ка вниз, снайпер. Добейте оставшихся, ага. Сейчас, 2 секунды. Сейчас добью. Ё-моё. О, троих одним выстрелом. Хорошо. Но не надо прям добивать вообще всех, да? Нам надо добить большую часть, и тогда нам скажут, что они отступят. Что они отступают. Само собой, это еще надо все-таки потрудиться. Стараться. Я не буду сильно торопиться, я лучше, не знаю, может быть, промотать момент вот этот вот сейчас, если все это затянется на миллион минут, потому что вычищать тут по одному солдату, ё-моё. Давай, давай, стреляй. Блин. Только не умри. Нет! Блин, это была ужасная идея. Ух, гад ходит, ни в чем не бывало. Давай попробуем. Понятно. Все-таки ивент с просьбой вызвать подкрепление очень бы не помешал. И он, типа, был у меня на тяжелом уровне сложности, то есть все нормально. Он не зависит от сложности, просто, видимо, это какой-то рандом. Он может быть, а может не быть. И вот. Лучше бы он вам был, потому что вам дадут дополнительный отряд пехоты, целый отряд пехоты. Это ого. Вот представляете, если бы у меня сейчас был дополнительный отряд пехоты, да я бы сейчас, ого-го, раскидал бы всех за 2 секунды. В данном случае, конечно, когда вам не дают это подкрепление, ну, единственная ваша надежда — это сделать такой обоз с минометами, как я вот сделал, да, то есть это занять позицию вот здесь вот, и где минометы вас просто не достанут. Но будьте аккуратны, потому что вот здесь вот вас достанут снайперы вот отсюда. И не забудьте обязательно оставить одного чувака вот здесь, потому что иначе в какой-то момент вы можете просто проиграть. Вот сейчас, я не знаю, типа, если бы его не было, мне бы, может, сказали бы, типа, о, все, советские солдаты заняли тут все. Вы проиграли. Не знаю, что делать. Он будет там стоять до конца жизни. Да, я просто сохранюсь, потому что я не хочу сейчас от случайной смерти. Сейчас какой-нибудь этот солдатик побежит, получит инфаркт по пути, и все, и до свидания. Постреляй! Понятно? Хорошо стреляешь, блядь. Целый один выстрел сделал. Такой красавец. Давай еще раз попробуй. Спасибо. Так, я не знаю, на какую кнопку перезарядка, так что я просто отстреляю лишние патроны и попробую посмотреть, что тут есть что-нибудь.
Мины, кстати, сохранились. Добейте оставшихся. Ага, сейчас, в два счета. Сейчас по щелчок, блин, сделаю пальцами и добью оставшихся. Вообще запросто. Причем еще непонятно, где эти оставшиеся. Они не хотят сюда идти. Им не нужно, похоже. Не так уж они хотят атаковать. Там, блин, дурацкий комиссар с биноклем, который зырит во все стороны разом. И снайпер, который тоже типа далеко смотрит, хорошо стреляет. Как мне с ними отвоевывать, я не знаю. Ну, окей, постреляю, допустим, просто на предположение постреляю, окей. Вот туда пару выстрелов сделаю. Может быть, кого-нибудь зацепит, я надеюсь. Ну, никого не зацепило. Да-да, пошли в прямом управлении. Попробуем воевать, как Рэмбо. Да, там кто-то тусит. Нормально себя чувствует. Кинуть будем туда гранаты. Так, осмотримся, никого нету. Осматриваемся аккуратненько. Чё смотришь? Куда смотришь? Комиссар, ну, держи в затылок. Не все же тебе по затылкам стрелять. И мы все еще не выиграли. Я отстрелял лишние патроны. Угу. Держи в ногу. Блин, что бы я делал без ручного управления, конечно, просто бы кошмар. Там кто-то еще есть. Еще один чувак. Ну, давайте аккуратненько сейчас подойдем вот с этого края. Вон минометчики, ага. Добейте оставшихся. Ага. Сколько их там еще? Еще два отряда. Так, одного убил. Минометчики вроде мне не угрожают. Ну и тут вроде никто мне не угрожает. Все? Минометы уничтожены. А войска оставшиеся не уничтожены? О, отлично, все. А, нет, стоп, не все. Минометную батарею. Это просто минометная батарея. Где-то еще. Вон, еще кто-то трется. А, мы они отступают. Ну и отлично, все. Такая тяжелая миссия, на самом деле, особенно если вы в первый раз ее играете, но, типа, вот если знать, что тут делать и подстроиться, то никаких проблем это не вызовет. Не знаю, как вы будете проходить, может, как-то другие способы используете, если. Видели, как человек какой-нибудь по-другому ее проходил, может, скиньте в комментариях, я тоже чекну, как ее можно пройти нормально, а не вот таким образом, как я ее проходил, потому что я юзал обузу, честно говоря, вот это вот сныкаться подальше от минометов, по-моему, это обуз вполне себе. Но я не получил подкрепление, кстати, что довольно сильно усложнило. Ладно, что не жмите, что не пишите. Всем пока.